Очень приятно вас всех здесь сегодня видеть. Здесь много моих друзей, здесь много моих студентов. И я здесь вообще чувствую сегодня себя как в домашней обстановке. Потому что зовут меня Белоусова Елена Сергеевна, я преподаватель этого университета. И преподаю я систему передачи информации и защиту информации. Сегодня я вам расскажу про вот такие маленькие пластиковые карточки, которые есть буквально в каждом кошельке, и у каждого из вас, и, наверное, даже несколько. Расскажу о том, как защитить свои денежки, как защитить свою карточку, свой авторитет и так далее и тому подобное. Но начну с того, что в 21 веке мы все, имея вот такие пластиковые карточки, последовали совету советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию», в котором такой яркий персонаж предлагал хранить деньги в сберегательной кассе. Как ни странно, наши денежки с вами хранятся не на этих карточках, деньги хранятся в банке. Карточка – это всего лишь средство доступа к вашему банковскому счету. То есть, когда вы ее вставляете в банкомат, осуществляется ваша авторизация и связь с банком, и уже вы подключаетесь к своему лицевому счету в банке. То есть, денежки на вашей карточке не хранятся. Расскажу немножко истории, как же появились карточки. Первая карточка появилась в 1951 году. Идея банковской карточки пришла большому директору кредитной компании Фрэнку Макмара. Он отдыхал в ресторане вместе со своими партнерами. И когда пришло время расплатиться за обед, он обнаружил, что он забыл свой бумажник в другом пиджаке. И в тот момент ему пришлось звонить своей жене, говорить: «Милая, пожалуйста, привези мне деньги, мне надо расплатиться за обед с партнерами». Неловкая ситуация, согласитесь. Долгое ожидание и так далее и тому подобное. Поэтому ему пришла идея создать карточку, с помощью которой можно предъявлять ее в каком-то заведении, магазине, и продавец будет знать, то, что такой человек способен купить, оплатить какие-то услуги. Но первые карточки были не денежными, не банковскими, как мы сейчас их используем, а были кредитными. То есть они говорили о кредитоспособности держателя карты. Обычно такими картами владели только высокопоставленные лица, чиновники с большим доходом. Первые карты, вот здесь вот на слайде представлено, они были картонные. Ну, согласитесь, картонная карточка – это непрактично как-то, они быстро изнашиваются. Поэтому некоторые банки пошли на хитрость, и они изготавливали карточки из металла. Вот оно здесь представлено на слайде. И очень занятно то, что к такой карточке в бонус шел маленький чехольчик. Позже, ну, такие карты были неудобны. Почему? Потому что, когда держатель карты представлял ее в каком-то заведении, магазине, продавцу приходилось заполнять бумаги, звонить в банк, уточнять, действительно ли этот человек может оплатить такую покупку. Это было долго, это было неудобно. Поэтому в 1966 году фирма IBM выпустила первую карту с магнитной полосой, которой мы до сих пор, в принципе, и пользуемся. Что примечательно, что первый банкомат появился буквально через год после появления карты с магнитной полосой, в 1967 году. Его изобретатель Джон Шепард Бэрон задумал изначально, что пин-код карточки будет 8 символов. Мы с вами каждый день авторизируемся в каких-то системах, в социальных сетях, e-mail и так далее. И нам везде с вами твердят, что самый надежный пароль – это пароль не менее 8 символов. Вот так и думал Джон Шепард Бэрон, когда задумал пин-код карточки. Но, к сожалению, так получилось, что его жена банально не могла запомнить последовательность цифр больше 4.
И он решил, что действительно, карточки это же будет массовая и популярная вещь. Надо ориентироваться на большинство людей. И поэтому мы до сих пор с вами используем пин-код всего лишь 4 символа. Хотя вы уже прекрасно понимаете, что это ненадежно. Более надежно, если бы этот пин-код у нас был бы 8 символов. Но на сегодняшний день наши карточки с вами уже стали пластиковыми, они стали довольно такими удобными, практичными. Карточка – это такое средство, которое помогает нам с вами не возить с собой большие суммы денег, если мы хотим осуществлять какие-то покупки в магазине. Если мы получили большую зарплату, нам не надо эту зарплату везти с собой домой и бояться, что у нас ее кто-то украдет. Если мы едем за границу, нам не надо везти через границу тоже большие суммы денег. Можно просто оформить карточку международную и спокойно ей пользоваться за границей. Все стало очень просто. Давайте обратим внимание на нашу карточку. Не знаю, может, вы на нее даже особо и не смотрели. Получили и получили. На лицевой стороне нашей карточки указаны ваши персональные личные данные. Ну, во-первых, это название банка, который выдал вам карточку. Далее, номер карты, срок действия карты и имя держателя карты. Ну, вроде как никакой такой информации, которую надо скрывать, нету. Хотя, подождите, на обратной стороне карты у нас с вами присутствует магнитная полоса. Если помните те времена, когда у нас были магнитофоны, кассеты, видеокассеты. Там была такая черная пленка. Вот эта вот магнитная полоса и есть аналог той пленки. Просто она наклеена на кусок пластика. И на этой магнитной полосе содержатся все данные, которые содержатся вот здесь вот на лицевой части вашей карточки. Обращу ваше внимание, пин-код и то, что на вашем денежном счету в банке, здесь на магнитной полосе не записано. Пин-код в идеале должен быть записан в вашей голове и в банке, и все, больше нигде. Также здесь на обратной стороне находится CVV-код или CVC-код, в зависимости от типа карточки. Этот код предназначен для осуществления покупок в интернете. О нем тоже подробно расскажу чуть позже. Несмотря на то, что вот такая вроде простая карточка, ничего такого сверхъестественного и секретного на ней не написано, но с такими карточками осуществляется каждый день очень много видов мошенничества. Я вам подробнейшим образом расскажу о некоторых из них и дам элементарные советы, как постараться защитить свой денежный пластиковый кошелек. Большинство, конечно, мошеннических операций осуществляется через интернет. Но есть мошеннические операции, которые осуществляются и за пределами интернета, то есть непосредственно начиная от банальной кражи карточки и заканчивая различными видами оборудования, которые используются для считывания данных с вашей карточки. Первый вид мошенничества называется скиминг. Это такое специальное оборудование, аппаратура, которую используют мошенники. Оно устанавливается на банкомат на картоприемник. Ну, вы знаете, вы подходите к банкомату, вставляете карточку. Вот это вот место, куда вы вставляете карточку, называется картоприемник. Вот на этот картоприемник может быть установлено дополнительное оборудование. На клей, на скотч, неважно. Принцип действия этого оборудования такой же, как вот давно забытый магнитофон из нашего детства. Там есть такая считывающая головка, которая, проезжая по магнитной полосе, копирует все ваши данные с вашей магнитной полосы. Эти данные попадают злоумышленнику. Злоумышленник копирует эти данные на другую карточку, пустую карточку, ее называют белый пластик. И с этой карточкой идет банкомат и снимает все ваши денежки с банкомата. Все довольно просто. Но вы здесь возразите, он же не знает мой пин-код. Как он снимет деньги с карточки? Все очень просто. На этот момент у мошенников тоже есть, так сказать, уловка. Есть такие специальные накладки на клавиатуру в банкоматах, которые запоминают последовательность цифр, которые вы вводите в банкомате. Опять же, они передаются мошеннику,
и мошенник уже спокойно может пользоваться скопированной с вашей карты карточкой. Также здесь на слайде представлены примеры скимингового оборудования, которое устанавливается, видите, на картоприемник. На следующем слайде до-после. Обычно вот такие накладки на клавиатуре, как я вам показала, они довольно дорогие. Проще установить миниатюрную видеокамеру в какие-нибудь предметы банкомата. Вот здесь, допустим, видеокамера вмонтирована в какой-то отсек для брошюрок. И белый пластик, и обычный пластик. Все это оборудование можно купить буквально за небольшие деньги в интернете и проводить такие махинации. Сразу скажу пару советов, как себя от этого обезопасить. В первую очередь, конечно же, лучше выбирайте банкоматы, которые расположены возле отделений банка. Такие банкоматы обычно находятся под системой видеонаблюдения, то есть они контролируются. И даже если какой-то злоумышленник захочет установить какое-то оборудование на этот банкомат, сотрудники банка быстро отреагируют. Кроме того, если нет возможности воспользоваться банкоматом возле банка, не стесняйтесь, подойдите к банкомату, пощупайте его, подергайте за все места. Ничего страшного с банкоматом не станет. От вас же это ничего не убудет. Если даже, как вот произошло в августе прошлого года, один минчанин подошел к банкомату, вставил карточку, произвел какие-то операции. И когда вытаскивал карточку, он заметил, что картоприемник какой-то такой вот шатающийся, непонятный. Он за него подергал, оказалось, это скиминговое оборудование на двустороннем скотче прикрепленное. Если вы попали в такую ситуацию, не стоит паниковать. На вашей карте, на обратной стороне карты написан телефон банка. Причем у каждого банка есть еще короткий номер. Если вы попали в такую ситуацию, звоните сразу в банк и блокируйте свою карточку. И сообщаете, что в таком-то банке, в таком-то банкомате, в таком-то микрорайоне вы заметили подозрительное оборудование. Сотрудники банка должны незамедлительно отреагировать. Кроме того, никогда не храните пин-код вашей карточки рядом с карточкой. Вот так вот делать не надо. Вам это смешно, но сотрудники банка отмечают, что многие, ну, конечно, люди пожилого возраста именно вот так и делают, прямо на карточке подписывают свой пин-код. Да, я понимаю, может быть, когда вы получили свою карточку и этот заветный конверт с пин-кодом, вам очень сложно его запомнить сразу. Хорошо, запишите его и положите в какое-нибудь удаленное место. Ни в коем случае не рядом с вашей картой, потому что банальную кражу карт никто не отменял. Также советую вам воспользоваться услугами банка, которые предоставляются в виде СМС-банкинга. Да, за это берут денежку, но даже сидя дома, попивая чаек и рассматривая, не знаю, читая свою любимую книгу, вам приходит СМС-ка, что с вашего денежного счета сняли деньги. Да вы вообще не понимаете, о чем. Я сижу дома, читаю книгу. Кто это делает? В этом случае вы сразу опять же звоните в банк и говорите, с моего счета снимает кто-то деньги, мне приходит смс-ка, а я вообще дома отдыхаю. Опять же сразу блокируется ваша карточка и начинается, так сказать, уже расследование, кто, что и как и почему. То же самое, еще один совет, установите лимит по своей карте по снятию денежных средств в день. Да, может быть это неудобно, но в случае, если даже какая-то мошенническая операция и произошла, то вам это позволит не остаться на нуле. То есть злоумышленник больше лимита не снимет с вашей карточки. И еще один такой, может быть, глупый, но все-таки совет. Когда вы вводите свой пин-код, будь то в банкомате, в магазине, всегда прикрывайте его рукой. Вы заметили, в последнее время на банкоматах начали появляться на клавиатуре такие неудобные штуки, которые как бы закрывают клавиатуру. Это сделано не для того, чтобы вам было неудобно вводить свой пин-код. Это сделано для того, чтобы обезопасить вас от мошенников, чтобы никто из плеча не мог не подсмотреть, что вы вводите. Поэтому будьте внимательны и аккуратны. Следующий вид мошенничества – это шиминг.
Но здесь все не так просто, как со скиммингом. В шимминге используется вот такая специальная тонкая пластина, микросхема, которая вместе с карточкой вставляется в банкомат. Пластина, микросхема фиксируется в банкомате, карточку мошенник забирает, и все, и такая микросхема считывает опять же все данные с карточек, которые вставляются в этот банкомат. Да, здесь сложнее, здесь зрительно вы такую мошенническую ерунду не обнаружите. Следующий вид – это траппинг. Подходите вы к банкомату, вставляете карточку, хотите снять там какую-то сумму денег. И когда вы выбираете сумму денег, вы слышите такие характерные щелчки. И чувствуете, что вот они сейчас, денежки появятся. Ну раз, и они не появляются. Вы не понимаете, в чем дело, и как всегда думаете, ну, наверное, банкомат опять заглючил. Достаете свою карточку и уходите. На самом деле это мошенничество. Мошенники используют такие специальные пленочки, которые наклеиваются на модуль, который выдает нам денежку. И если вы достали карточку и ушли, то мошенник подходит к банкомату, достает ваши деньги и уходит. Видите, все просто. Ему не надо никакое дополнительное оборудование, ваш пин-код. Все намного проще. Он деньги забрал, которые вы сняли, и ушел. Поэтому, если вы попали в такую ситуацию, в первую очередь проверьте свой счет. Снялись ли деньги с вашего счета. Если они снялись, значит, деньги просто элементарно до вас еще не дошли. Звоните опять же в банк по короткому номеру или по номеру на карточке, сообщаете о ситуации, и вам сотрудники банка должны помочь в этой ситуации. На сегодняшний день многие банки, и, наверное, когда вы получали карточки, позиционируют, что карты с чипами самые надежные карты на сегодняшний день. То есть если у вас на лицевой стороне есть вот такой микрочип, то это очень типа надежные карты. На самом деле, товарищи, в какой-то степени да, в какой-то степени нет. Почему да, почему нет? Да, микрочип на сегодняшний день намного сложнее, и оборудование для того, чтобы считать данные с микрочипа, намного дорогостоящее, чем с магнитной полосы. Но грош цена этому микрочипу на этой карте, если с обратной стороны есть магнитная полоса. Потому что все данные, которые у вас на микрочипе, они продублированы на этой же магнитной полосе. И вы сами прекрасно понимаете, пока магнитная полоса здесь присутствует, надежность этой карточки ни капельки не увеличивается. Почему так сделано? К сожалению, заменить все оборудование банковское, которое обслуживает только чипованные карты, это очень дорого и очень долго. Поэтому большинство банкоматов продублировало информацию на магнитной полосе. И пока эта магнитная полоса есть на нашей карточке, мы с вами надежность и защищенность ее не увеличили. Но, несмотря даже на то, что чипованные карты якобы надежные, на одной из хакерских конференций, а такие конференции тоже есть, буквально за 10 секунд такая карточка была взломана. То есть считаны с нее все данные. А было это сделано на основе такого довольно даже полезного устройства, считывателя карт Square Reader. В принципе, это устройство было сделано в мирных целях, чтобы люди с помощью своих мобильных устройств могли производить какие-то операции по карте. Но хакеры, люди такие более интересные, они это устройство модифицировали, и это устройство теперь способно расшифровывать все данные, которые хранятся на микрочипе. Поэтому такие устройства тоже есть, и тоже с микрочипом можно считать. На сегодняшний день стали очень популярны бесконтактные карты, то есть тоже очень удобные карты. Приходите вы в магазин, вам говорят, такая сумма. Вы просто прикладываете бесконтактную карту к посттерминалу, не надо вводить никакой пин-код, не надо нигде ничего расписываться. Ждем звук терминала, все, оплата совершена. Очень даже удобно, ничего запоминать, четырехзначные цифры очень сложно, не надо. Но такие бесконтактные карты тоже мошенники научились, так сказать, считывать.
Вот здесь вот представлен на слайде молодой человек с таким терминалом, который обслуживает бесконтактные карты в метро. Но опять же, пин-код вводить не надо. Идешь по вагону метро с таким считывателем, а вот где и пикнет, а вот где и денежку с карточки снимет. Ну, все же ничего же не надо, просто здесь сразу же вам совет. Если вы пользуетесь такой картой, ни в коем случае эту карту не кладите в наружный карман, допустим, вашей сумочки, или в наружный, или где-то там в джинсах и брюках. Желательно ее где-нибудь прятать поглубже в своей сумке. Или можно даже самый примитивный метод – обернуть ее в фольгу. Как бы это смешно ни звучало, но это ваши денежки защитит. Конечно, банки и наука нацелены на то, чтобы защитить наши с вами денежные средства на нашем счету. Поэтому на сегодняшний день на испытательном сроке находятся биометрические банкоматы. Эти банкоматы удобны тем, что вам не нужна никакая карточка, вам не нужно знать пин-код, вам достаточно иметь свой отпечаток пальца. Вы подходите к такому банкомату, прикладываете свой отпечаток пальца, и по идентификации вашего отпечатка устанавливается соединение с вашим счетом в банке. Все тоже довольно просто, но на сегодняшний день такие банки еще не совсем получили свое развитие, потому что их еще тестируют и только вводят оборот. Пару советов о том, как рассчитываться банковской карточкой в ресторане или в магазине. Как мы обычно себя ведем? Покушали мы где-то там в ресторане или в кафе. Приносят нам счет в аккуратной такой красивой папочке. Что мы делаем? Мы красивым жестом кидаем туда карточку, закрываем, отдаем. Все, иди, рассчитывай. Так делать ни в коем случае нельзя. Вы не должны терять свою карточку из вида. Если вы хотите ей рассчитаться где-то в ресторане или в кафе, попросите официанта, чтобы официант принес к вам терминал. Такое возможно. Или вместе с официантом сходите на этот посттерминал и сделайте оплату. Это ваш денежный кошелек. Пусть там не звенят монетки, пусть так просто из него денежку не вытащишь, но вы же не отдаете свой кошелек непонятно кому на улице. А официант в том же кафе – это вам не родной человек и даже не друг. Пока, если вы ему отдали карточку, он может отвернуться, провести опять же вашу карточку по скиминговому оборудованию, считать все ваши данные, скопировать и снять ваши деньги. Поэтому лучше держите карту на виду и никому ее желательно в руки не давать. Конечно, в магазинах не всегда такое получается, но если в магазине даже вы расплачиваетесь карточкой, не акцентируйтесь на том, что надо быстрее продукты сложить в пакет. Акцентируйтесь на том, что ваша карточка в чужих руках. И вам надо следить, чтобы эту карточку где-нибудь там под прилавком продавец не прокатил через скиминговое оборудование. Теперь поговорим о хищении денег в интернете. Да, на сегодняшний день получила большое распространение оплата коммунальных услуг через онлайн-банкинг, различные интернет-магазины и так далее и тому подобное. И мы каждый раз этим пользуемся и даже не задумываемся, насколько это опасно. Вернемся к нашей карточке. Я вам уже говорила, что вот здесь на обратной стороне есть CVV-код. В принципе, ничего особенного, но этот код используется для оплаты покупок в интернете. То есть, если многие из вас, наверное, этим занимались и уже знают, что для этого надо ввести информацию с лицевой части карточки и вот этот код. Тут вопрос, товарищи. Мы очень любим вот так вот просто кидать карточки где-то там на работе, на столе, дома, в гостях. Вы прекрасно понимаете, что сейчас мобильные устройства настолько развиты, что сфотографировать вашу карточку с этой стороны и с этой стороны, и все, и можно отправляться в интернет-магазин, делать любые покупки. Поэтому, опять же, держите вдали от чужих глаз свою карточку. Теперь еще один вид мошенничества в интернете – это фишинг. Основан на том, что от английского слова «фишинг» – рыбалка, то есть закидывается удочка мошенникам и ожидается, пока кто-нибудь на нее клюнет. Ну вот один из примеров фишинга – это e-mail. То есть приходит вам по e-mail письмо от Сбербанка России.
что якобы на вашем лицевом счету образовалась задолженность. Вы не понимаете, какая задолженность, о чем речь. Я вчера зарплату получил. Ну и там в письме написано, пройдите, пожалуйста, по такой-то ссылочке, чтобы уточнить или посмотреть, какой у вас долг. Ни в коем случае этого делать нельзя. Никогда не переходите ни по каким ссылкам, особенно в таком письме. Лучше зайдите сами лично в банк или позвоните в банк и уточните, что случилось, почему так. Потому что обычно, если вы пройдете по ссылке, вам может закачаться какое-то вредоносное программное обеспечение, или у вас опять же попросят ввести какие-то данные, опять же ваши личные, которые попадут мошеннику. Следующий пример фишинга – это онлайн-банкинг. Когда вы входите в онлайн-банкинг, вы всегда обращайте внимание, что протокол, вот этот вот первые буквочки в адресной строке, должен быть HTTPS. Вот это на конце S значит защищенный протокол. То есть все ваши данные идут по защищенному шифрованному каналу. Если такого протокола нету, то есть написано просто HTTP, значит это не защищенное соединение, и значит это подставной интернет-банкинг. Еще мошенники используют такой способ, они меняют одну буквочку в названии сайта. Допустим, написано не Сбербанк, а через I, там, Сбербанк. То есть человек, который делает все в спешке, он может даже не заметить, что он зашел не на тот даже сайт. Опять же вводит свой логин и пароль, и эти данные попадают в мошенник, что тоже не есть хорошо. То же самое касается и различных платежных систем типа WebMoney. Тоже обращайте внимание на протокол HTTPS должен быть и на название сайта. Также с осторожностью рекомендую относиться ко всем видам бонусов. Особенно если за этот бонус вас требуют ввести данные. Обычно данные это вот эти вот с лицевой стороны и вот этот код. Интернет и магазин. К сожалению, на сегодняшний день бывают подставные интернет-магазины. Пару советов, как отличить подставной интернет-магазин от настоящего. Ну вот здесь вот представлено мошеннический интернет-магазин и обычный. Ну, бывает в большинстве случаев, что мошеннические интернет-магазины делаются быстро, чтобы просто заработать денег, и все. Обычно они не так пестрят графикой, там нету много различных рисунков, картинок и так далее. В то время как настоящий интернет-магазин, он стремится завладеть вашим вниманием. Там будет много различной рекламы, много рисунков, все будет ярко, красиво и насыщенно. Поэтому если вы зашли на интернет-магазин, где как-то все так бледненько, здесь надо насторожиться. Следующий момент. Обычно в интернет-магазинах вверху указываются контактные данные. Если указан просто обычный мобильный телефон, и то вполне возможно, что несуществующий, то вполне возможно, что это мошеннический интернет-магазин. Обычно настоящий интернет-магазин стремится использовать различные виды связи со своими покупателями. Это и скайп, это и мобильный, и городской, и адрес, и все-все-все. Следующий момент, на который надо обратить внимание, это раздел «О нас». Если это нормальный настоящий интернет-магазин, то в разделе «О нас» будет расписано, какая лицензия, какие права, там, ИП, ОАО и так далее. Если это мошеннический интернет-магазин, там будет расписано только о том, какие они замечательные вещи продают, какие они качественные, все дела, то есть какая-то вода. И еще один главный совет. В мошенническом интернет-магазине всегда присутствует только один вид оплаты по банковской карточке. Все. В настоящем интернет-магазине это оплата и наличным, и безналичным способом, и самовывоз, и через курьера. То есть есть различные методы оплаты покупки. Поэтому тоже здесь относитесь к этому серьезно. И последний способ мошеннический – это социальная инженерия. Основан он на том, что осуществляется психологическое давление на держателя карты. Например, осуществляется вам звонок на мобильный телефон, и нежный голос в трубке говорит: «Здравствуйте, я сотрудник такого-то банка. Мы вот осуществляем сверку нашей базы данных с вашими данными. Пожалуйста, возьмите свою карточку и продиктуйте мне ваши данные».
Банк – это серьезная организация. У каждого банка есть своя база данных. Банку не надо обзванивать своих клиентов и спрашивать ваши какие-то данные. Это 100% мошенник. Поэтому на такой звонок никогда не отвечайте. Желательно сразу положить трубку и ничего о себе не рассказывать. Ну, вроде как, с этим понятно. Бывают моменты психологического сильного нажима на людей. Заключается он в следующем. Допустим, опять же, сидите дома вечером, смотрите фильм, пьете чай, все замечательно. Тут звонят вам и говорят: здравствуйте, я сотрудник банка. Тут вы не осуществляете никакой платеж в Австралию. Да нет, я дома, отдыхаю. А вот тут с вашего денежного счета осуществляется денежный перевод в Австралию. Если это не вы, значит, это мошенник. Срочно возьмите свою карточку, сообщите данные с вашей карточки, чтобы мы заблокировали этот платеж. Ничего подобного. У банка есть целый отдел, куча сотрудников, которые отслеживают все платежи. И если банк заподозрит какую-то мошенническую операцию, он не будет вам звонить и спрашивать ваши данные, он просто ее заблокирует. Это вы потом еще будете звонить банку и спрашивать, в чем дело. Поэтому, опять же, если вам звонят и просят ваши персональные данные, ни в коем случае никому их не рассказывайте. Не дайте себя обмануть. Спасибо вам большое.